Городская администрация распространила информацию о том, как проводится работа муниципальным учреждением «Дороги Твери» по расчистке, обработке дорог и пешеходных зон. В эту зиму вывезено 160 тысяч кубических метров снега. Для сравнения, в прошлом году удалось вывести 125 тысяч кубических метров. Работа продолжается и для того, чтобы вместе со снежными массами вывести песко-соляную смесь и таким образом снизить нагрузку в весенний период, очистить дождеприемные решетки. В работах по вывозу снега на полигон задействовано около 30 единиц техники, сообщили в пресс-службе. Ежедневно с улиц города вывозят порядка 1,5-2 тысяч кубических метров снега, в зависимости от объектов, с которых осуществляется вывоз. В неделю 14-15 тысяч кубических метров. Работы по вывозу снега производятся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать помех движению автотранспорта. В настоящее время продолжаются работы по зимнему содержанию железнодорожной сети. В связи с колебанием, перепадом температур, переходом через ноль, проводятся работы по посыпке, в первую очередь, тротуаров и железнодорожной сети.